Всем доброго дня и отличного творческого настроения. Хочу показать вам игрушки на новогоднюю елку, какие я делала своими руками. Сделаны из разных материалов. Кому интересно, оставайтесь со мной. Снежиночки сделаны из новогодней мишуры, купленной в Фикспрайсе. Зелененькая, беленькая снежиночка. Сиреневая. Очень красиво смотрится на елочке. Можно разного размера сделать такие снежинки. Сосульки. Вот такие сосулечки. Сделаны они из помирана. Такого вида. Такая желтенькая. И вот такие еще сосулечки. Такой формы. Шарики. Вот этот шарик из пайеток. На ниточке пайетки приклеиваются на пенопластовый шарик. Еще вот такой. Здесь еще звездочки сверху приклеила. Вот такой шарик. Этот шарик побольше. Здесь пайетки я приклеивала, не приклеивала, а гвоздиком скрепляла. Пайетки остались от картин. Вышивка картин пайетками, гвоздики там. Вот этими гвоздиками я вот так сделала шарик. Уж красиво смотрится. Тоже шарик пенопластовый, гвоздики легко туда входят. А вот этот шарик из бисера. Бисер на ниточку надевала и приклеивала по кругу к шарику. Получился довольно-таки тяжелый этот шарик. Вот такие еще шарики, сделанные из фоамирана. Весь мишура тоже приклеена. И еще вот такой шарик другого цвета. На елке замечательно смотрятся такие игрушки. На все игрушки у меня есть мастер-классы на моем канале. Пожалуйста, посмотрите. Что-то я прошлый год делала, какие-то в этом году делала. Это снегири. Вот недавно видео вышло у меня. Из ниток и из картона. Так, еще у меня снежиночки из фоамирана. Тоже в этом году я делала. Разного цвета. Шишки из фоамирана сделанные. Такого цвета. Красненькая шишечка. Фоамиран с блестками. Игрушки красиво сверкают.
переливаются. И вот беленькие. Замечательные. Еще вот такая шишечка. Это из атласных лент. Так, еще фонарик. Фонарик из фоамирана. А внутри пластиковая была, это пластиковый стаканчик. Оклеенный вот так фоамираном. Еще есть у меня шапочка. Она из ниток. На картонку наматываются ниточки. Здесь вязать не надо ничего. Тоже мастер-класс был на моем канале. Много я сделала таких шапочек, но все раздала. Вот у меня одна осталась. Еще я вам хочу показать елочки, какие я делала. Вот эта елочка сделана из бумаги техники модульной оригами. Тоже был мастер-класс на моем канале. Очень она мне нравится, стоит у меня на столе. Вот эта елочка сделана из вилок. Прошлый год я ее, по-моему, или позапрошлый делала такую елочку. На картонку наклеиваются вилочки. Тоже красивая елочка, красиво смотрится. А эта елочка сделана из ватных дисков. Тоже очень красивые. Ну, еще уж я вам хотела показать вот снеговика, какого я делала. Это тоже из бумаги в технике модульной оригами. Еще у меня большой такой снеговик есть. На окно его поставлю потом. Еще такой маленький снеговичок. Тоже у меня на столе стоит. Еще у меня есть Дед Мороз из бумаги тоже. Техники модульной оригами. И еще один такой Дедушка Мороз. Этого Деда Мороза вот такого я делала прошлый год. А вот этот Дед Мороз в этом году сделанный. Так, вам поближе покажу. Еще зимняя березка. Тоже недавно мастер-класс был на моем канале. И вот такие мышатки. Прошлый год я делала. Вот все, что я хотела вам показать сегодня. Сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайки. И работайте всегда только с хорошим настроением. И у вас обязательно все получится.